вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Снова здравствуйте, с вами Нуфья Костян, и мы с вами, как обычно, на Енисее. Ну, опять мы сегодня после обеда, так как опять я с утра носился с досками. И получается, увозишь их с утра, потом ждешь, потом забираешь. Короче, не выходит у меня пока с утра ездить на рыбалку. В смысле с утра, ну, с рассвета заката. Рассвета закат сейчас в своей полной этой мере, в зените. На улице сегодня минус 20 градусов. Ветерок, ну, метра два такой, небольшой. Короче, все, сейчас я без печки быстренько порыбачу ершей. И полетим на перемет. Друзья, начнем нашу сегодняшнюю проверку лентяйской наживкой. По-моему, нарезку рыбачить я тех обычно лентяями называю. Что еще не перенаживляет, бывает эту нарезку. Говорят, во, блин, рыба не клюет. Нарезка лентяйская наживка. Живец всегда лучше. Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Опа. Крюк у меня в нарте заломило. Вот досада, блин. Расколбасило его там. Давайте приморозим маленько. На момент посадим. Пока что
блокировать надо тебе. Вчера нарезка была вовремя, в принципе, наживлена. Так что можно и рассчитывать сегодня на улов. Плюс ерши оставались. И все равно, когда нарезку ставишь, уже не такая надежда. Одним словом, лентяйская рыбалка. О! Это на ерша попал. Жареночек. Ерш живой сидит. Сегодня под замену ершей наловили, набрали. Сколько надо. Эх, сегодня ворон, если прилетит, наестся вдоволь ряпушки. Сводход, наверное, много будет кусочков. Нет свежего ерша и нет налима. Солнышко уже закатывается. Кто-то идет. Идет. Вот тот перемет у меня, по-моему, целиком ряпушкой наживлен. Там один, по-моему, ерш его оставался. Сегодня сколько хавчика ему будет. Наест-то сегодня. Друган черный. Да не видать, еще нигде не крутанулся. Может, пролетел, я не заметил. Идет-идет, хороший налим. Вот он. Оп. Есть бонус. Вот это шарабан. Вот такой. Но тоже 7-8 килограмм улыбака такой. Классный. Накровил, правда, мне тут. Песы. И так вон все вокруг изрыли. Песов приходило много, видать. Все утоптано. Видишь? Момент не держит почти. Непонятно только, на что попал, на ерша или на селедку, или на бутерброд. Я вчера еще к ершам селедку поддевал. Так что непонятно, что сработало. Оп!
О, вот этот на селедку попал. Володя там сидит на инголе, ее выдрюкивает, а мы ее тут на наживку пускаем. Все. Все, на этом все, друзья. 5 штук. Классный бонус. Обалденный. Ну и еще посмотрим, что даст тот перемет. Может, и он порадует бонусом. Сегодня наживка не лентяйская будет, так что завтра будет улов. Сегодня эти все полторушки. Так, давайте отсюда уберем. Опа. Потом копать будет. Сейчас за моментик залепим. О. Все, а теперь мерзнет. Как раз пока тот перемет подготовлю, и крючок примерзнет нормально. Все, наживляем. Кто-то поздоровался, кто непонятно, на буране. Замотан и не узнает, кто такой. Ну, сегодня ёрш бодрячком прям под вечер, свеженький. Солнце уже падает. Через час уже Налим придет кушать.
Саня, по-моему, едет. Да, точно. Санек. Давлю, да. Ты сегодня не хочешь на рыбалку на катачках ездить? Я нет. Уже время-то сколько? А? Уже время-то сколько сейчас, пока соберешься туда-сюда. А, значит, понял. Это все с вами? Да, сегодня, видать, толпой приходили. Вот они шурудят. Не понял? Никто не бьет, так раньше-то хотя бы били маленько. Привет, Константин! Здорово! Ну чё? Черная дыра, блядь, нормально работает? Слабенько сегодня работает. Да? Пуял его какое-то ебало непонятное, да? Вообще, блин. Он какой-то чудной, видишь? У него обрубленная она. Пекинес какой-то, блядь. Ну а что, ебало, такая хуйня. Слушай, ну мы вчера на контачку тоже 8 штук поймали зеро. Вчера кто-то тоже, видать, с контачки 10 ехал, вот так и там. Бес где-то долго продавала. Бес? Вася бес где-то долго. Где-то крупного не долго. Ну я по 8 по 10 килограмм каждый. Этот снегоход не наматывает. Да-да. Прогон мой стороной объехали. Ладно, будем продолжать подготовку. Все, солнышко уже заваливается. 2 часа и солнца нет. Рассвета закат. Все, думаю, сегодня может вопросы отпадут. Как и что я перемет обратно затягиваю. Что как обычно. Вот сегодня решил показать опять процесс, потому что, блин, уже сколько раз показывал, но вопросы один черт остаются, так как люди целиком, видимо, видео не смотрят. Потом задают вопросы. Половину у лунки, половину здесь, потом у второй лунки. Прогон у меня весь раскрутился, все, надо выкидывать. Вся веревка раскрутилась. А померить у меня там дома есть такой, который не это, не крученый, как фал. А он, блин, в руках скользит. Сейчас пока вот эту нитку всю добиваю. Тут я лунку, получается, за зиму, ну, раза 4, может, раздалбливаю, расширяю. Так просто откапываю, закапываю, и она у меня так стоит. Потом, когда крюк плохо начинает пролазить, тогда я беру пишню, все это здесь раскапываю и раздалбливаю. Вот так. Сейчас пока там туда-сюда проверю. Тут чуть-чуть подстынет. Снежком завалю. И будет все отлично. Все.
Лавина Лима. Никодима. Все таким же макаром со второй лункой. Ну вот и все, друзья, солнышко закатилось. Пока эту лунку откопал, оно уже все спряталось. Все, продолжим. Продолжим нашу проверку. Вчера на рынке, кстати, простоял, наверное, часа три. Пока у меня разобрали всех налимов. И получается, сколько я еще? Три штуки дома оставил. Четыре. Три мелких и одного на ужин. Вчера кое-как реализовал. И это такое часто случается. Народ рыбачит. Налим в поселке есть постоянно. Поэтому его очень сложно продать даже по 60 рублей. Посмотрим, как тут ряпушка подействовала. Он тут, по-моему, на первом крючке ёрш сидел. Или нет, здесь ряпушка. Значит, на втором крючке ёрш. Точно не помню. Еще бураны два снизу идут. Нет, на втором крючке тоже ряпушка. Значит, на третьем крючке ёрш. Погода хорошая сегодня, безветренная. Люди ездят по своим делам, снастям. Вот он, ёрш, еще живой. Но его не скушали. Вот он ряпушку сожрал кто. Полторашка. Давай мы у тебя ее отнимем. Сейчас ворон успеет еще до ужина прилететь. Похавать, пока еще не стемнело. До сна до своего. Тут песов. Песов много приходило. Сегодня, видать, утром поизрыли все, следов утоптано, он все полностью. Лунку мою маленько подкопали. Сейчас лаврушку он измазал кровью. Могут раскопать тоже. О, что это там у нас? Ладно, потянули так. Сидит с краешку. Это тоже на ряпушку попал. Тут, говорю, целиком ряпушкой было наживлено. Вот один ёж только был. Шансы маленькие. О, еще один есть. На последний крючок попал. Ну давай маленький еще сюда вот так. Отловились на сегодня. Отлично. С такой наживкой это отличный улов. Тебе там чепокать. Сам отцепился.
Ну вот. Трешечка, восьмерик и полторушки. В общем, хорошая кучка. Вот и все, друзья. Наживляем. Ну а дальше вы все видели. Все как обычно. Ну и как всегда, с вами был я, Костян. Как обычно, с вами был канал «Это не диалоги рыбалки». Неплохой улов на нарезку. Ну, в принципе, на нарезку здесь 50%. И то может быть. Потому что ершей оставалось достаточно, там штук 10, наверное. Ну и всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах, друзья. И до встречи на реке, скорее всего, завтра. Как обычно, у черной дыры.